20 лет они дарят заботу тем, кто в ней особенно нуждается. Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Люберецкий» отметил юбилейную годовщину со дня основания. В честь этого события сотрудники и подопечные учреждения устроили праздник. На нем побывали и мы. Такая атмосфера царит здесь часто. Подопечные приходят не только за получением социальных и реабилитационных услуг, но и отдохнуть душой и провести свободное время в компании единомышленников. Лидия Бархоткина посещает центр уже 10 лет. Больше всего любит музыкальные занятия. Мне очень нравится, когда я здесь бываю. Очень мне все нравится. Нравятся мне работники все. Здесь такая благоприятная атмосфера, что некоторые, вот по моему наблюдению, сюда ходят все время, как организовали, и беспрерывно. Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Люберецкий» был создан 28 июня 2002 года. За два десятилетия его сотрудники протянули руку помощи тысячам людей разного возраста. Услуги реабилитации детей-инвалидов, услуги реабилитации взрослых инвалидов с 18 лет – это лечебная физкультура, массаж, физиотерапия, это услуги психолога, это прокат технических средств реабилитации, коляски, костыли. Это сейчас новый проект «Активное долголетие». Сегодня социальное учреждение посещают более 400 человек. Это жители городских округов Люберцы, Дзержинский, Котельники и Лыткарино. С днем рождения их общего дома подопечных и сотрудников центра поздравил глава Люберец Владимир Ружицкий. Центр социальной защиты – это некое заведение, где можно получать удовольствие от жизни, от общения, где-то набираться энергетики положительной и просто радоваться жизни. К поздравлениям присоединились и депутаты городского округа Люберцы. В качестве подарка преподнесли фрукты и сладкие угощения. Празднование юбилея продолжилось за чашкой чая в сопровождении музыки и песен. Нас знают каждый в Люберском свете. На всех нуждаешься, всех мы в ответе. Луиза Игиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.